Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз хочу вам рассказать про своего друга, серьезного человека, человека в возрасте, но достойного нашего уважения. И вот почему. Во-первых, человек показывает колоссальные силовые показатели, тренируется он всю жизнь натурально, ни разу не пробовал фармакологию. Человеку за 60 лет, и посмотрите, что он творит. Многим молодым такое никогда не повторится. Ильдар Файзреев – уникальный человек. В своем возрасте он тягает такие огромные веса, тем более, что вы видите в становой тяге, работает он не совсем, многие скажут, грамотно, но тем не менее у него здоровая спина, нет травм, и тянет он, как вы видите, в основном преимущественно спиной. Повторюсь, большие, огромные веса. Недавно он выступал в очередной раз на соревнованиях и показал очень хорошие результаты. Как всегда, занял первое место. К сожалению, в ветеранах нет абсолютки, но тем не менее он смог в очередной раз занять достойное место, и человек, на мой взгляд, очень достоин уважения. Извините за то, что прислали видео, как всегда, почему-то вертикальные, но наслаждайтесь. Все подходы вы увидите: 210 килограмм, 222,5 килограмма. И вдумайтесь только, в таком возрасте почетном 232 килограмма. Все в зачет. При этом человек никогда не принимал, не принимает фармакологии, что достойно уважения, как вы понимаете. И недавно его ученик тоже выступал на соревнованиях и тоже занял первое место. Первое место и второе место в абсолютке. Сейчас и тренер, и ученик готовятся на чемпионат мира в Москву в октябре или ноябре, не знаю точно когда. И собираются порвать всех. Друзья, находите его у меня в друзьях, ВКонтакте. Пишите человеку репосты, респекты. И, как всегда, будьте на позитиве, тренируйтесь, следите за своей техникой. И всегда у вас все будет хорошо. Это очень и очень важно.